Вот на этой неделе у вас больше, знаете, как идет ситуация, что вы, в принципе, стоите, знаете, как вот на пороге перемен. То есть в вашей жизни очень многое восстанавливается, очень многое меняется. Вы должны быть уверены в себе, чтобы преодолеть препятствия, которые могут возникнуть на вашем пути. Что-то придется изучать новое. Может быть, в документах новое, когда вы собираете на что-то документы, решаете, да, какие-то вопросы, и что-то новое придется вносить. Понимаете, как, может быть, там какой-то лишний документ, и вам придется, как говорится, в ускоренном темпе. Самое главное, не нужно бояться, потому что у вас может быть такое состояние, что немножко может возникнуть такой страх, да, внутренний, вдруг я не справлюсь. Вы однозначно со всем справитесь. Но вот именно на этой неделе, знаете, у вас идет такое состояние, как будто вы от чего-то избавляетесь. То есть вот как будто вы вот что-то разрываете, какую-то связь и начинаете новое в своей жизни.